Работать да, еще лучше теперь, товарищ. Ну еще. Очень рад за вас, Антоша. Спасибо. Я Вот что же, экскурсия? Да. Молодец, молодец, учительница. Вот тебе еще нагрузка. Сегодня вечером в клубе будешь делать доклад о товарище Иванове. Как же так, Василий Васильевич, сразу я ничего не знаю. Ничего, ничего. Посоветуйся со старшими, к мамаше его сходи. Она тебе все расскажет.